Здравствуйте, коллеги. Наш пресс-центр на Retail Week продолжает свою работу. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Сергей, я представляю платежный сервис Крепко. Очень интересно, чем у вас уникален ваш сервис? Наш сервис уникален тем, что мы совместно с предприятиями из сферы коммунальных услуг запускаем региональную программу для жителей регионов, для местных производителей продуктов и для ритейла. Программа, которая называется «Товарный кэшбэк в счет оплаты коммунальных услуг». В рамках этой программы жители региона совершают свои повседневные покупки в продуктовых магазинах, покупают продукцию местных производителей, федеральных производств и загружают чек покупки в мобильное приложение «Скрепка», и после этого им одобряется вывод кэшбэка. И они этот кэшбэк могут использовать целевым образом, то есть они не выводят денежные средства, они кэшбэк используют в счет оплаты коммунальных услуг. Данная программа сейчас работает в нескольких регионах, мы эту историю масштабируем и видим отклик в сердцах жителей регионов, то, что тема хорошо заходит, это интересно. И мы привлекаем местных производителей, федеральных производителей, чтобы стать партнерами проекта и поучаствовать в социальной программе для населения. Правильно ли я понял, что в принципе не нужно открывать какую-то дополнительную карту, нужно просто совершать покупки и после этого чеки загрузить в ваше приложение и при этом уже получить кэшбэк? Да, да, все абсолютно верно. Пользователи в эту историю вовлекаются активно. Они совершают покупки в любом магазине, они видят в мобильном приложении продукцию, соответственно, там, допустим, пусть это там Данон, например. Мы сейчас Данон не работаем, но это в качестве примера. Покупают в любом магазине, где эта продукция продается, и загружают чек, и получают вывод денежных средств. Наша программа, она помогает местным производителям дополнительно прорекламировать свою продукцию для населения, потому что мы подключаем к пиар-компании местное телевидение, средства массовой информации, и масштабируем эту историю от региона к региону. Лишь хочется узнать, в Москве и области есть ли вы уже и скоро ли будете, если нет? Жители Москвы и области могут уже скачать наше мобильное приложение, могут им пользоваться, но, к сожалению, усеченный формат работы. Мы сейчас больше именно в регионах работаем. Например, мы на этой неделе запускаемся в Воронеже. Наш проект активно работает уже в Чувашии, в Мариэл и в ряде других регионов. Очень надеемся, что ваше масштабирование пройдет максимально быстро, потому что это полный вин-вин, насколько я понимаю, потому что вы живете, как и жили, покупаете так, как и покупали, при этом можете получить дополнительные плюсы. Это здорово. Спасибо вам огромное. Желаю вам удачи на нашей выставке. Надеюсь, до встречи в следующем году с еще более интересным проектом и огромно масштабируемым уже этим. Спасибо вам большое. Спасибо большое.